Водительские права не могут получить десятки жителей Атырау. Они жалуются на трудности при сдаче практического тест-драйва. Чтобы получить доступ к единственному в местном автоцоне экзаменационному автомобилю, им приходится ждать месяцами. Райхан Тажибаева расскажет подробнее. Этот автодром, имитирующий городское движение, стал настоящим камнем преткновения между будущими водителями и заветными правами. Проблема в транспорте. На 60 курсантов всего одна машина. Причем большую часть времени техника в ремонте. Очередь занимаем с 10 часов вечера. Списки составляем. Если они теряются, то с утра приходится занимать очередь заново. Это настоящее издевательство. Машин не хватает. Та, что есть в наличии, все время ломается. В списке я 32-й, а с 9 утра только 13 человек попали в автодром. Впереди еще 21. До конца рабочего дня 3-4 часа. Опять не успею. В день до 40 человек проходит, пока нашла, кому оставить детей. Уже 62-я в списке. Сказали, что могу и не ждать. Практический экзамен не могут сдать около 100 курсантов. В своей очереди некоторые из них ожидают с марта. В автоцоне говорят, что проблему решают. У нас на балансе 3 машины, 2 с коробкой автомат и 1 с механической коробкой передач. Последняя вышла сегодня с ремонта. Одна из 2 машин с коробкой автомат находится на капитальном ремонте. Через 2 недели, максимум месяц, вернется в строй. Будущие водители надеются, что теперь очереди станут продвигаться быстрее и долгое ожидание будет оправдано. Райхан Тажибаева, Сламбек Шигыр, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.